Так, друзья, всем привет! Сегодня мы опять в Боровске на дамбе. Расскажу сейчас историю. Собирались мы, значит, с Николаем сегодня поехать, поучить его немножко ловить на спиннинг, на отводной поводок. Но, увы, у него не получилось сегодня приехать. У него там гости, дети приедут. Вот, поэтому сегодня... А, еще что расскажу. Забыл я, значит, свои ведерко с червями, там, с опарышами, со всякими ништяками. Так что сегодня без всяких ништяков. Чисто по стелсу, ребята, чисто по силикону будем отрабатывать сегодня. Половим, я думаю, сейчас у нас время 7 часов. Конечно, опоздал уже я чуть-чуть, немножко опоздал. Но ничего страшного. Посмотрим, что нас сегодня ждет. Погода сегодня прохладная, в данный момент 8 градусов, ощущается как 5, северный ветер. Сегодня днем он должен подняться где-то до плюс, ну, метров в секунду, до 3,5, по-моему, 3,7 максимум. Ну, сейчас его практически нет, там маленький такой ветерочек, может, там с метров, полметра в секунду. Еле-еле ощущается. Вот, я, значит, сейчас бросаю силикон, силиконового малька такого светлого, зелененького. Посмотрим, что из этого выйдет. Все-таки сейчас спущусь туда, где выход у нас идет из течения. Там побросаю. Посмотрим, вообще активен или окунь, что там у нас вообще сегодня активно. Как говорится, проанализируем и дальше будем уже после проведения анализа знать, на что ловить, кого ловить и к чему вообще нам сегодня стремиться на нашей рыбалке. А что из этого выйдет, ребята, мы увидим в видео. Погнали. Ребят, только сказал, видим из видео, как у нас есть поклевка неплохого жереха. Видите, да, как бьет хорошо. Вот вам, пожалуйста, ребята, буквально заброс 7. Ой, хороший жерех, ребят, надо брать. Не знаю, как брать его, блин, такое течение. Смотрите, вообще просто он ушел. Ушел туда как от меня на камни. И все, нет, вот он подошел, подошел. Сейчас я попробую его обойти. И когда мы пойдем с ним вместе по течению ниже... О, я попробую его взять. Нет, он меня увидел, видать, и отошел. Так, ушел на тот берег. Так, давай-давай, мой хороший. Ты что, 7 утра, 7-го заброса, контент сразу подвалил. Ребят, ну это, наверное, грамм, я думаю, 600. Сейчас мы с вами все увидим. Жаль, сегодня Анна не смогла поехать. Ну ладненько, мы, если что, с ней завтра съездим. А я пока веду борьбу с неплохим жерехом. Просто, ребята, при вываживании жереха, вот у него, видите сами, да? Просто отдай спиннинг, называется. Смотрите, как в дугу гнется. Говорит мне просто, отдай мне спиннинг. Вот, говорит, отдай. Давай, давай, уставай, уставай, мой хороший. Блин, он просто стоит, ему вообще по барабану. Он плавает где хочет. Блин, ребят, ну этом есть весь кайф. С такой хорошей рыбой потягаться, посмотрите, разве это недостойно? О, вот за это я люблю жереха. Смотрите, что он делает. Смотрите, отбирает, отбирает спиннинг. Смотрите, просто отбирает, отбирает, отбирает спиннинг. Я бы, конечно, еще поставил фрикцион, но не могу, тут течение. Я даже не знаю, как мы будем его брать, ребята. Что-то он вообще не устает. Сколько я уже с ним, минуту борюсь. Вот, пошел ко мне, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, дружочек. Выходи на бережочек, выходи. Опа, вниз пошел. Опа, на середину ушел, ушел, ушел. Ушел, ребята. Хорошо, что никаких зевак нет. Вон мужичок, я вижу, щучку взял. А я борюсь с жерехом. У мужичка такая щучка до килограмма. Я не буду, ребят, форсировать события, так как у нас контент очень рано подвалил.
И неохота в начале видео просто облажаться. Хочу сейчас выполнить свой план сегодня чисто по силикону. Потому что я, как я уже сказал, я ничего сегодня не брал. Ни тесто, там, ни манку, ни червей, ни опарышей. Все чисто на силикон. И у нас идет уже вторая минута борьбы с жерехом. Да, давайте вы... Ой, ребята, это киложка. Пошел килошный жерех ниже по течению. Вон он, мы увидели, он ударил хвостом. Выводим его сюда и будем брать все-таки. Будем брать его без течения. Без течения. Так, только в траву не зайди. Не зайди в траву. Молодец, обходи траву. Ох, да, ребята, вот это эмоции, смотрите. Ой, хорош, сейчас я вам его еще вытащу, покажу. Ребята, это достойно лайкоса. Лайкоса достойно. Смотрите, как он бьет. Он уже начал уставать, он уже понял, что уже связался со мной. Да, ребят, это киложка, я его вижу. Ой, да хороший, сантиметров, наверное, 40. Хороший жерешок, хороший. Засолим мы тебя, мой хороший. Вот он подошел к берегу, подошел, спокойно ходит. Мы его спокойненько тут сопровождаем, вводим, вываживаем. Ну, я не могу его поднять, ребята, на свою палочку, чтобы он воздуха хлебнул. Ой, да хорош-то какой. Вот, ребят, за ним-то я и приезжаю. Ой, все, меня увидел, начал уходить. Иди ко мне, мой хороший. Ай, да ты какой. Ай-яй-яй. Вот ради этого и стоит ездить на рыбалку, ребята. Это вам не какой-то там карпик на платнике. Какой-то там карасик. А это реальный, бесплатный, речной хищник. Просто гроза дамбы. Щука вообще в стороне курит, когда жерех выходит на малька. Да, ребята, долго мы, конечно, вываживаем. Ой, ну он реально хорош, реально хорош. Здесь торопиться вообще не стоит. Вот он ко мне подошел. Вот он, смотрите, ой, да ты какой. Ой. Подошел, улыбнулся мне такой, короче, подмигнул левым глазом и пошел по большому кругу. Ну куда ты, все, родной, мы здесь выходим, иди сюда, паркуйся. Паркуйся, мой хороший, паркуйся. Паркуйся, мужичок там тоже все поглядывает, ждет, когда же я вытащу. Давай, выходи, мой хороший. Блин, ребята, надо было все-таки подсак брать, бляха-муха. Не рассчитывал я. Оп, есть, хлебнул водички. Ой, водички, говорю, воздуха. Есть, еще раз хлебнул. Засекся хорошо. За левый край губы. Иди ко мне, мой хороший. Иди. Тут уже люди тебя заждались. Иди ко мне к папочке. Давай, родной, паркуемся. Все, хорош, ну хорош. Контент уже мы заработали с тобой. Пора бы и сфоткать. Оу! Жерех! Вот такой, ребята, жерешок, посмотрите. Вот это контент подвалил. Просто седьмой заброс у нас на дамбе. И пожалуйста, ребята. Вот такой красавчик. Ай да ты какой. Смотрите, на что поймал. И удивитесь. Вот. На что я охочусь. Вот на таких красавцев. Ай да ты хорош. Не зря я всю ночь не спал, ребята. С 4 часов не спал. Мне прям жерех. Хочу жереха и все. Вот, пожалуйста. Бог услышал мои молитвы. А мы продолжаем с вами рыбалку. Вдруг что-то попадется еще крупнее. Итак, ребята, решил я, значит, у меня есть
трос от лодки. Но я решил этого монстра подцепить на трос от лодки. Ой, тише, тише. Сейчас через жабры проведу. И сделаем петельку, и все. И будет у нас парень дальше плавать. Молодец-то какой. Блин, столько эмоций мне, столько впечатлений подарил. Просто красавчик, просто красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладненько, пойдемте его отпустим, пусть он поплавает у нас. А мы будем дальше рыбку ловить. Давай, плыви, мой хороший, вот так мы тебе дадим пару метров свободы. Ну и плавай дальше. Вон рыбачок тоже тянет что-то, щука, наверное, под коряга ушла. Так, что ж там интересно? Сейчас скажу, ребята. Щучка маленькая, грамм 250. Реклама, ребята, ну вот скажу, вот такими вот силиконовыми маками, значит, пользуюсь. Это у нас Nano Minnow 1,1 дюйма, 27 миллиметров. Не реклама. 16 штучек в упаковке. 230 рублей стоит. Ну, рыбалок 10 хватит. Немного слов о планах. Значит, что, ну не знаю, окуня вам снимать, не снимать, наверное, не снимать, что смысл с этого окуня. И вчера этого окуня наловился, блин, штук 500 поймал, блин, за 6 часов рыбалки. Ну и здесь, что вот, что их снимать, они берут и клюют, вот и все. Что их снимать-то? Будем все-таки охотиться за другой какой-то рыбой. Я скоро, наверное, перекинусь уже на искусственного мотыля. Ну и начнем на мотылика немножко. На 0,20 мормышечку пробовать что-нибудь выудить. Вот. Ну и что, пару слов о вчерашней рыбалке. Ездил я, значит, на разведку по окуню. Такая разведка была, что я вчера 11 килограмм нахерачил мелкого окуня, там 4 мелких щучки. Все это засолил. Ну а мелочь отдал коту и курям. Вот так вот, друзья мои. Так что продолжаем рыбалочку. Охотимся за жерехом дальше. Ребятушки, хочу сказать вам об одной хорошей мудрости. Кто рано встает, тому Бог подает. Правильно? Правильно, да? Давай, начистил я вчера, короче, спиннинги свои. Прям вообще отработали. Они мне сегодня прям благодарны, да? Ну и смотрите, я вам говорил, что я все позабывал. А тут, пожалуйста, опарыши валяются. Прям пачка новая, свежая. А я говорю, все забыл. Ребят, так что, наверное, сегодня у нас в контенте и платичка будет. Ага, по-любому. Так, еще пару слов о замечаниях. Такая пасхалочка, ребята, смотрите, значит. Вчера окунь клювал на двух водоемах. Это была река Бобровка, да? Как из пулемета клювал. Сегодня то же самое. Вот один окунь только клюет. Даже жерех мелкий не берет. Уже окуней штук 30 поймал, но уже начал собирать котам. Ну, окунь мелкий, я не знаю, где тут вообще крупный окунь. Но он клюет, ребята. Вот. Сейчас опять надо на стайку попасть. Сейчас стайку мы найдем с вами. На стайку я попал вот слева на сбросе и справа на сбросе. Вот, видите, проводка была холостая. За счет того, что немножко перекрутился у нас хвостик. Такое бывает. Большими крючками, маленькими насадочками, мягенькими силикошечками. Ну что, ребята, как говорил, окуня показывать не буду, может, в конце покажу там, сколько поймал курям, да и все. То есть, мол, типа, сколько было поклевок, да, так сказать. Ну и все, не будем лить воду, продолжаем рыбалку. Что-то, ребятки, бросаю, короче, и походу тут больше жереха нет. Выловили всего, что ли, или он еще сюда не зашел. Ну вот там точно есть жерех. Там и плотва есть уже, и сейбель, и окунь. А вот здесь что-то пока глухо. Один только и все, что ли? Ну я думаю, что контентик мы запилили, да, уже сразу с самого начала, да. Пройдемся, может, по беленькой рыбе, по окуню, по какому-то, не знаю, разнообразию. Можно вообще заехать, попробовать карасика.
с ротаном и с бычком половить. Вот. На силикончик. Сейчас немножко подумаю и приму решение. Так, немного слов об этом месте. Значит, перешел я, там ниже ловил, ну и где поймал жереха. А это выше сброс. Вот, здесь обычно тоже окушка и жереха ловил, но ловил на вертушку. Ловил, нет, вру, не на вертушку, ловил на колебалку форелевую, вот. 2 грамма, 1,5–3 грамма максимум. Ну и спиннинг у меня был в том году, то совсем другой. Потяжелее было, от 1 до 7 тоже. Был у меня... тоже даю, я не помню, что там за... нано-предатор, что-то такое. Нет, не нано-предатор. Не помню, ребят, честно. Уже что там у меня за спиннинг был. Короче, ну тест у него был от 1 до 7 грамм. Вот. Да, здесь я тоже брал жереха. Такого же хорошего здесь брал жереха. Брал здесь тоже головля. На эту колебалочку. Вот. Что-то на малька. Тут даже что-то и рыбы-то не видно почему-то. И не плещется даже вообще. Даже не знаю, с чем это связано. Ну ладно, постою, побросаю минут 5. Потом будем дальше двигаться. Что на одном месте постоять? Нужно рыбку искать. Спиннинг — это активный вид ловли. Это вам не фидер, где сел, закормился и таскаешь. Здесь надо ходить и искать рыбу. Нет, даже оку не сопровождает. Тут, наверное, нет ничего. Пойдем дальше, ребятка. Пару слов, ребят, о чем сейчас поговорим, значит. Ловил я на вот этого мальца. Сейчас буду ловить на вот этот ворм, на вот этого червячка. Попробуем, что из этого получится. Погнали. Ребята, первый заброс, у нас есть поклевка сразу моментальная. Вот он. Пожалуйста, первый окушок на нашего червячка. Первого заброса взялся. Пусть маленький, но все же мы заметили, да, что сегодня очень активен окунь, так же как и вчера. Вчера был северо-западный ветер, сегодня северный. Вчера было давление 747 752. Вот сегодня 752 754 давление, и ветер чисто северный, значит, до 3,5 до 3,7 метров в секунду. Погнали. Ребята, пару слов, совет для начинающих спиннингистов. Значит, ходим по берегу, смотрим, что у нас вылазит, да? Вылазит у нас всякие разные вот такие вот личинки. Вот, пожалуйста. На эту личинку очень хорошо берется окунь. Ползем дальше. Дальше ползем, смотрим на камешки, видим еще, что это у нас такое здесь. Смотрите, это у нас что? Смотрим опять, да? Опять какая-то это у нас живность. Сейчас ради эксперимента я снимаю силикон, насаживаю эту крокозябру. Так, одна уже пустая. Вылезла стрекоза. Это личинка стрекозы, по-моему. Я, честно, в этом не силен, но, по-моему, это личинка стрекозы. Вторая, не знаю, что за стрекозябра. Я их вот собрал, значит, у меня их, в общем, 4 штуки. Вот 3 вот таких, получается, и одна вот такая. Ребят, ради интереса я сейчас насажу их, значит, на мормышку и заброшу. И посмотрим, что мы на них поймаем. Поехали. Ребят, пока был перекурчик, я еще не насаживал ничего. Вот я что удалось мне собрать. 4 таких, одна пиявочка, смотрите, какая хорошая. Это красная, что ли, пиявка. Я не знаю, на нее, короче, кто ж клюет.
Сейчас мы этих крокозябриков будем забрасывать и посмотрим, что же мы на них поймаем. Блин, опять повторяюсь, извиняюсь. Погнали. Это есть контакт на нашу личинку, ту страшную попался. Вот такой, видите, уже неплохой окунь. Мы такого даже на малька здесь не вытаскивали. Поняли? Так что, ребята, теория моя сработала. Начинающие спиннингисты. Что видите, ползает на берегу, на то и надо ловить. У нас у всех есть силикон всяких разных видов, да? Ну и вот, пожалуйста. Поняли, да, какой силикончик надо брать? То, что у нас сейчас ползает, на то и окунь активен. Он этим сейчас кормится. Тем более он только из нереста вышел. Ну, погнали дальше. Еще раз забрасываем такую же крокозябру. У меня их еще 3 штучки осталось. Продолжаем наши эксперименты. Ребят, видали клев какой? Смотрите, чтобы я вам не соврал. Да? Смотрите, вот она висит, наша крокозябра. Буквально минуты не прошло, и у нас опять была поклевка. Вот, значит, что такое, ребята, мормышинг. С мормышингом вы, во-первых, будете всегда с рыбой, неважно какого размера, но самое главное, вы будете всегда с поклевками. Продолжаем. А это у нас, ребята, ну я назвал его Жорик, куда-то еще 2 кошки наглых делось. А это вот, пожалуйста, Жорик. Что-то перо у тебя там уже кто-то выдрал, да? Ходит каждый день, клянчит у рыбаков что-нибудь, говорит, дай что-нибудь. Да, дружище? Ну что тебе могу, рыбу тебе могу дать? Силикон-то ты не ешь. Ну и кофе ты не пьешь. Да вон личинок собирай. Ждет халявы. Дружок мой, халявы сегодня нет, сегодня плоховастенько клюет что-то. Все. Клев у нас, блин, почти отошел. Уже утро кончилось. Начался день. И рыба уже переключилась походу на день. Ну, мы рыбулим дальше. Сейчас еще одна проводка походу с рыбой будет. И выключу я камеру. Не, походу будет у нас эта проводка без рыбы. Да, без рыбы. Что, Жора, как-то так, что ты там уже на лапу себе зацепил, а? Что ты там уже прицепил? Ну что это такое? Давай, 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 цепляй. Молодец. Там наматывается на лапу, и лапы лишаешься. Поаккуратнее мне. Понял? Ну что, а мы с Жориком пойдем сейчас вот туда, куда смотрит кончик квертипа и откуда вон чайка прилетела. Попробуем там немножко поудить, да поедем домой, ребята. А вечером с супругой поедем по карасю. И я вам все засниму и покажу. Что взялось на нашу крокозябру. Здесь на течении, на сильном. Фрикцион трещит, это у нас головель. Контент подвалил, да? А, ребят, на крокозябрика. Вот такой головлишечка. Я думаю, нормально. Пожалуйста. Ой, он еще и обкакался. Ты что, друг мой, от страха, что ли? Вроде уже парень ты взрослый. Ну, такой, грамм 300, наверное, я не знаю. Как их там расценивать по граммам, килограммам? Но опять, ребят, поклевки вялые, вообще вялые, нет такого. А дай спиннинг прям. Вчера было с 6 до 8, вот очень, ой, вру. С 8 до 10, до 11, прям отдай спиннинг, клевал окунь, да, там на бобровке. Здесь такого нет. Здесь такое было, я вот приехал, значит, в 7, да, головля поймал, и после 7, да, было такое там чуть-чуть. Что-то были такие дикие поклевки и все. Давайте продолжать. Попробуем еще одного головлика выудить. Погнали. Ребята, не прошло и 3 минут. Вторая поклевка на крокозябру. Погнали. Тащим, тащим и потащим. Такой же маленький паренек у нас там походу.
того паренька я отпустил, этого, наверное, не буду. Раз они клюют, тогда мы их соберем и будем солить, коптить. Вот как-то так, ребят. Вот такой у нас парнишка номер два. Все видите, да, как хорошо засекается рыба? Вот такой у нас, ребята, паренек подвалил на видео. Давайте там красиво, как на ютубе, там все дела, там вот, смотрите. Ну давай, правда, у тебя плавник не такой шикарный, как у окуня. Ну, как-то так. Опачки! Какой ты парень прям вообще дерзкий, бойкий, а? Полазь-ка ты, пожалуйста, сюда. И угомони свои таланты. Я тебя накрою все-таки немного, чтоб ты ни сальто мне не сделал и не ушел благополучно, да, для себя. Но плачевно для меня, да? Ну вот что, ребятки? Солнышко вышло, голавлик попер. Давайте пробовать его ловить. А также будем пробовать ловить плотву, жереха и окуня. Погнали! Друзья, опять не прошло и 3 минут, у нас еще одна поклевочка. Все-таки голавлик зашел к нам на дамбу. А это значит, будет у нас жерешова, окунева, плотвина, головлиный контент. Смотрите, блин, плохо, да, не пробил нифига. Видите, не пробил крючок. Просто повисла рыба. За счет того, что было течение, я держал натяжение, она не ушла. А так могла и уйти, пару раз бы ударила, и все, и до свидания бы сказала. Вот такой красавец, ребята, беру, буду солить. Ай-яй-яй-яй, ребяточки, сошел голавлик, сошел. Так, что-то мне этот крючок я побольше поставил, а он мне что-то не нравится, что-то он не засекает рыбу, не пробивает. Вроде бы острый крючок, а он не пробивает. Ну ладно, не унываем, рыбачим дальше. Ребят, немного, прям пару слов о моих мормышках, которые я изготавливаю, да. Вот смотрите, вот она у меня 0,20, да. Вот так она у меня выглядит, вот, смотрите. Вот. Далее. Вот, все мормышки, что делал я, кроме вот этих вот. Они плохие, их выкину нахер, ну или отдам кому-нибудь. Они плохо цепляют. А так вот они, разного диаметра, 0,2, 0,35, 40, видите, 50 уже покончались. Вот, так что делал я вообще перед сезоном 30 мормышек. Уже столько поотрывал, но все равно они еще пооставались. И они меня продолжают радовать. Я очень рад своими мормышками. Лучше, чем покупные. Во-первых, эстетичнее для меня, так как надо мне, да? А во-вторых, это намного экономнее, чем покупные магазинные мормышки, которые по себестоимости от 30 рублей и выше. Ну а мы погнали дальше таскать голавля. Ребят, еще... У нас один голавлик. О, это не голавлик. Это у нас плотвендель, блядь. Хомуха. Гляньте, какой здоровый, жирный, а. Вот это плотвендель. Так, ну что. А мы продолжаем дальше. Просто у меня был тут перерывчик большой. Все как начали звонить, узнавать, интересоваться, спрашивать. И я сделал перерыв. Так, что я, значит, сделал? Поставил поменьше мормышку, дабы сильнее течение несло по верху, а не по низу. Погнали дальше. Так, ребят, еще один полкилошный подвалил.
Обратите внимание, как зацепился вообще еле-еле. Но все же мы его вытащили. Тут оставалось-то вот памс и все. Но маленькая мормышка делает лучшие вещи, чем большая. Потому что она лучше засекает рыбу, лучше пробивает. Блять. Хомуха. Чуть не ушел наш красавчик. Вот такие дела, ребята. Попозже, может, сын подъедет. Тоже будет головля таскать. Так как я сегодня на головля не рассчитывал, майские жуки у меня остались дома. Ну, если сын подвезет, значит, будет у нас головлиный контент. Ну, давай, что-то не помещается уже рыба, ребята, у нас ведро. Оп, есть. Все. Посадили моего ведерочка. Продолжаем. Далее нашу рыбалку. Так, ребят, еще один у нас очередной подвалил. Ну, малеха, походу, поменьше. Сейчас будем брать его. Отходим на обратку, чтобы его вывести на обратку. Здесь у нас небольшой есть бонус, то, что есть обратка. Вот он, наш красавчик, да? Ну, грамм 250-300. Красавец у нас такой попался, да? Продолжаем. Ребят, пустил прям поверху и взялся маленький голавлик. Прям ам! Из воды выпрыгнул и схватил. Ну, смотрите, даже не засекся, как нежненько мы его поймали, да? Вот. Такие у нас дела. Так, ребят, была у нас тут пауза. Я тут немного разбирался со своими снастями для спиннингов. И тут у нас опять парнишка такой неплохой подвалил. А, ребят, надо все-таки давать точки отдыхать, дабы рыба успокаивалась, подходила. И тогда у вас будут результаты. Вот такие дела. Этот хорошо заселся. Там поклевка была, отдай спиннинг. Ох, как хорошо. Засекся, какой парень самостоятельный, а? Какое же у него тут твердое мясо-то, блин. Не так-то и просто достать. Поймать непросто и достать непросто. Столько срывалось, а этот вот нет, парень. Решил конкретненько пожадничать. Говорит, никому не отдам, сейчас сам все съем. Ладно, ребят, буду его отстегивать. Продолжаем рыбалку. Ребята, рыбалка на дамбе у нас сегодня закончилась. Рыбу наловил. Вон сколько. Полная. Жерех, там, плотва, окунь. Окунь я вообще половину не брал, отпускал. Блин, как сорная рыба берет прям на каждом забросе. Ну все, ребят, до скорых встреч. Пока-пока.